сообщение командующему флоту с целью его надежного прикрытия. Для неподдержки, непосредственной поддержки войск. Выход роты. Для нас было важно отработать все элементы применения КСОР. И если вы обратили внимание, то действовали вооруженные силы или подразделения вооруженных сил, подразделения органов безопасности, внутренних дел и МЧС. Мы проводили специальные действия и вместе с ними завершили выполнение задачи. Воздушно-десантные войска всегда стоят на страже Родины, Отечества.